Вас приветствует Алена Арис. Какой же счастливый поворот ждет вас очень скоро. Давайте посмотрим. Знакомство или встреча с мужчиной. Мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами, обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, веселый. Такой мужчина вас ждет. Да. Причем очень неожиданная будет встреча, может быть, неожиданно напишет или позвонит. Так, ну а для кого-то неожиданное знакомство, реально. Мужчина старше вас, девочки. И да, вполне возможно, что либо ваш мужчина не свободен, вот, либо, возможно, познакомитесь с мужчиной, который не свободен, который состоит в каких-то отношениях с другой женщиной. Но если вы узнали в мужчине именно своего, с которым вы в паре, да, то не выдумывайте себе соперницу, это лишь говорит о вашей неожиданной встрече, причем встреча именно любовного плана, любовного характера. Но может быть такое, у некоторых из вас проиграется, что мужчина не свободен. И если познакомитесь с новым мужчиной, не обязательно он должен быть не свободен. Это можно посмотреть только на личной консультации. Имейте это в виду. Вот. Да, вероятность такая есть, но это не обязательное условие, потому что все-таки это общее онлайн-предсказание. Так, что еще, какой еще ждет вас счастливый поворот? Ну вот я вижу очень интересное знакомство, вот это самое главное. Причем, да, мужчина все тот же, вот, но карты говорят, что знакомство будет не одно. Еще знаете, какой вас ждет счастливый поворот? Решение какого-то вопроса, связанного с деньгами. Может у кого-то решиться вопрос с работой, подработкой. В общем, здесь счастливый поворот вас ждет. Первое, это знакомство или встреча с мужчиной. Причем даже для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод. Очень неожиданная встреча будет. Вот. Ну и второй момент, это неожиданный счастливый поворот именно в финансах. Решится реально какой-то вопрос с финансами. Тут может любой вопрос у вас решиться. Могут долг отдать, могут неожиданные деньги какие-то прийти. Причем тут сумма достаточно крупная. Могут прийти, к примеру, там какие-то социальные выплаты. Ну как-то вот такой крупной суммой, да. В общем, какие-то крупные денежки. Но у кого-то из вас реально улучшится финансовое положение. То есть это может быть устройство на работу, смена работы. Возьмете подработку. Или если вы, к примеру, у вас свой бизнес, клиенты пойдут вдруг неожиданно. Да, или может быть вы своим делом занимаетесь. Тоже пойдут клиенты или может быть у кого-то пациенты. В общем, хочу сказать, что да, идет именно поворот в финансах очень счастливый. Причем у кого-то деньги могут прийти разово крупной суммой, да, у кого-то прям улучшится финансовое положение. По времени, девочки, это не через 2 месяца, а в ближайшие 2 месяца. Просто у кого-то это будет происходить быстрее, у кого-то медленнее. Но где-то от месяца до 2, вот в этот период. То есть можно сказать, что через месяц, на второй. Вот такие счастливые, в общем-то, события вас ждут. Так, карта совета теперь для вас. Веста, богиня Веста, дом. Ситуация улучшится в результате переезда или здоровых изменений в домочадцах. То есть что-то у вас еще, помимо того, что я сказала, да, поменяется в доме, в семье. Вот, и благодаря этому изменится то, о чем я тут
все, в общем-то, рассказывала. Для записи на личную консультацию пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, там я провожу прямые трансляции. И станьте тарологом мгновенно с моей большой книгой Таро. Ссылочка на книгу есть внизу в описании и в моем первом комментарии. А ссылочка на телеграм-канал есть только в описании к этому видео. Это пригласительная ссылка. Переходите по ней и присоединяйтесь. С вами была Алена Ариес. Всего вам наилучшего. Пока-пока. До новых встреч.